Здравствуйте, меня зовут Жунисхан Ахмет. Сегодня мы с вами разберем песню «Бекболат» от Леуханова «Менің елім». Арайлап тауы, масқақтап тауы, ән ойнап көгім күй тарты елі. Қол жетті мәне аңсаған күнге, жасай бер жаса қазағым мені. Қазақстаным, жасыл орманым, қуанышымды жасыра алмадым. Аңсаған бабам, аңсаған елім, бостандық еді-ау асыл арманым. Елім менің аңсаған, тас болғаудан босаған, болды болсын ұдауынау, берік болсынау босаға. А теперь приступаем к разбору песни. Разбор песни мы начнем с левой руки. Эта песня, тональность является ля мажор. В ней есть 4 аккорда. Значит, мы играем ля мажор, первый аккорд. Второй аккорд играем мы ре мажор, как обозначается Т. Дальше идет у нас си септаккорд, H7. Идет ми септаккорд, Е7. Давайте теперь будем разбирать эти аккорды, каждый раздельно. Это у нас аккорд А, то есть ля мажор. Как мы сыграем ее? Мы играем ее. Вторая струна, второй лад четвертым пальцем. Дальше идет третья струна, второй лад третьим пальцем. Четвертая струна, второй лад вторым пальцем. Это у нас ля мажор. Основная наша тональность. Дальше идет у нас второй аккорд ре мажор. Ре мажор. Она играется. Первая струна, второй лад вторым пальцем. Вторая струна, третий лад третьим пальцем. Третья струна, второй лад первым пальцем. Это у нас аккорд ре мажор, как обозначается Д. Дальше идет у нас си септаккорд. Если у вас не получается бре, вы можете сделать упражнение по всему грифу, то есть по всему ладу. Первый лад, прижимая полный бре по всему ладу. И так далее. Дальше, если у вас получается с первого лада до 12 лада барре, полный барре, вы можете добавлять по одному пальцу. То есть, например, если нам нужно взять си септаккорд, мы можем с первого лада добавить второй палец. Также делаем по всему ладу упражнение. Если у нас получается это упражнение, дальше добавляем третью палец. Также по всему ладу, по всему грифу играем такие септаккорды. И у нас получится си септаккорд. Если не получается сразу брать полный барре, можете начать пол барре. То есть полбаре, это мы нажимаем первую, вторую, третью струну. Также по всему ладу. Играем по всему ладу. Если сразу получается полное баре, тогда играем полные баре.
Сейчас перейдем к си-септаккорду, как она играется. Си-септаккорд, как я сказала, второй лад полностью зажимаем. Второй лад первым пальцем баре. Дальше идет у нас вторая струна, третий лад вторым пальцем. И четвертая струна, четвертый лад третьим пальцем. И у нас вот наш аккорд, си-септаккорд, H7. Дальше идет у нас ми-септаккорд. И мажор сам играется добавлением третьего пальца. Здесь мы играем без третьего пальца. То есть идет у нас третья струна, первый лад первым пальцем. Дальше у нас идет пятая струна, второй лад вторым пальцем. Это у нас Е7. В припеве тоже такие же аккорды, как и в куплете. То есть играем ля мажор, играем ре мажор, опять играем ля мажор, си септаккорд и ми септаккорд. Давайте теперь перейдем к изучению правой руки. Начнем к разбору сначала куплета, потом разберем припев. Куплет у нас мы играем таким же перебором. Теперь объясню, как этот перебор сыграть. Играем ля мажор. Ля мажоре сначала мы играем пятую струну большим пальцем. Дальше идет у нас четвертую струну первым пальцем, третью струну и четвертую. Четвертый палец мы играем вместе. То есть вторая и третья струна играется вместе с третьим и четвертым пальцем. Играем медленно. То есть, когда играем медленно, дальше переходим на следующий аккорд. Следующий аккорд у нас D, ре мажор. Мы играем, большой палец уже играет четвертую струну. Большой палец четвертую струну. Указательный идет на третью струну. Вторая, первая струны мы задеваем третьим, четвертым пальцами. Вместе также. Теперь медленно. Переходим опять к ля мажору. Переходим к си-септаккорду. Играем также. Дальше переходим к ми-септаккорду. Здесь уже задеваем большим пальцем шестую струну, указательным четвертую. Вторые и третьи струны мы нажимаем вместе с третьим и четвертым пальцами. И опять к тонике ля мажор. В куплете тоже самое. То есть играем сначала ля мажор, потом опять ля мажор, переходим к си-септаккорду, ми-септаккорду,
И опять ля мажор. Вот мы закончили с вами разбор левой и правой руки. Теперь посмотрим, как смотрится, когда мы соединяем правую и левую руку. Сегодня мы с вами разбирали песню Бекболат Тлеханова «Елім менің». С вами была Ахнет Джинсхан. До свидания.